и органическая, и неорганическая теория говорят о том, что высказывают предположение, что нефть можно синтезировать в лаборатории. Но это не так легко, у каждой из этих теорий существуют свои ограничения. То есть для органической теории нужно огромное количество остатков органических соединений для того, чтобы получить нефть. В неорганической теории все еще гораздо сложнее, потому что проводились опыты, по которым получили что-то подобное нефти, но состав очень сильно отличается, именно если раскладывать на простые элементы, состав очень сильно отличается от того, что мы на самом деле добываем из земли. Да, они до сих пор проводятся, эти опыты, но нельзя сказать, что это получится масштабировать и удовлетворить все потребности людей в нефти.